11 работников МЧС из разных уголков Северного региона приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший пропагандист органов и подразделений Витебской области». По итогам конкурса одной из победителей стала представительница из Новополоцка Светлана Шаблинская. Она завоевала третье место. Студент Полоцкого госуниверситета Антон Воробей принял участие в 5-м Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира». Вопрос консолидации русского мира стал главной темой пленарного заседания с участием губернатора Псковской области. В рамках медиафорума состоялся целый ряд круглых столов, образовательных секций и мастер-классов. Белоруска Анна Соло победила в гонке с массовым стартом на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Анна допустила 3 промаха на 4 огневых рубежах, однако они не помешали ей сохранить лидерство.